Ярко, ты в порядке? Ярго! Это очень, очень старый. Thank you.
Можешь идти. Я потерял трубку. Что случилось? Слушай меня. Подожди, инъекции, я должен сказать. Быстрее! Беги! Я долго этого ждал. А!
Хватит. Если это последнее, что я сделаю. Уверен? А я думаю, что пора показать тебе кое-что. Думаю, ты достаточно изменился, чтобы понять, наконец. Вот мое горло. Его так легко перерезать. Да, раскрой свой разум. Именно поэтому мы здесь, так ведь? В определенном смысле мы братья, созданы для одной цели. Управляемся одними ниточками. Знаешь, у меня такой же психоз и такие же инъекции. Они подготовили нас заранее, в ожидании дня, когда это случится. Что ты сделал, Ярго? Как жаль. Ты мог бы столького достичь. Хейден! Хейден! Что произошло? Они тебя бросили. Я добавил энферон в вакцину, но думаю, уже все чисто. Ты меня отравил? Я пытался тебя предупредить. Лекарства не существует. А ты в таком состоянии, что Аде не стал бы возражать. Пришлось отравить вакцину, иначе ты стал бы такой же, как Мезнер. Он получал те же инъекции и ту же инфекцию. Да, два сапога пара. Нет, ты не такой. Ты изменился. Ты не такой. Оно рядом. Что? Кто это? Бронированная тварь Мезнера? Пусть идет. Я с ним не справлюсь. Справишься. Я следил за этим местом. Помнишь костюм? Кажется, он его здесь нашел. Мы в Возра. Он открывает клетки. Я о них позабочусь. Где костюм? В подвале. Но он охраняется автоматическими системами. Мне придется открыть шлюзы от поста охраны. Ясно. Подожди здесь, пока я их отвлеку. Ah!
Когда мы начали работы по реконструкции, мне показалось, что Роберт Метцнер – настоящий дьявол. Что его больше интересует разработка оружия, чем гниющий бетон, сдерживающий ад внутри хранилища. Но я ошибался. Он остановил оборону, а теперь Роберт. Говорит, что хочет выйти. Телеграф с одним словом. Когда мы начали работу по реконструкции, мне показалось, что Роберт Метцнер дьявол. Дело больше интересует разработчиков. Говорит, что хочет выяснить, из-за чего и как все произошло. Поэтому мне это и не нравится. Сегодня пришел телеграф. Одним словом, резерв. Они меня активируют, чтобы убрать человека, которого я начал уважать.
Я использовал набор, который они прислали. Боже, зачем я это сделал? Не могу об этом думать. Зачем ЦРУ инфицировать своего человека? Что самое страшное, он даже не заболел. Он уже должен был смотреть. Но со стороны не похоже. Когда он смотрит на меня, кажется, что...
Урод из Гарварда счастлив. Его игра очень скоро выйдет ему боком. Он создал чудовище, а я ему в этом помог. Метцнер пропал. А в лаборатории все вверх дном. Смотрю на... Надеюсь, этот урод из Гарварда счастлив. Его игра очень скоро выйдет ему боком. Он создал чудовище, а я ему в этом помог. Метцнер пропал. А в лаборатории все вверх дном. Смотрю на фотографии 87-го года, где яма и горящие руки. И думаю, это снова случится. На этот раз по моей вине. Я всегда был трусом. Thank you.